Здравствуйте! Вот и лето прошло, наступила осень, но у каждого времени года есть своя прелесть. Осень одарила нас красками, цветы, ягоды, фрукты, и мы с вами можем пофантазировать, собрав букетик и оставив кусочек лета до весны. Для этого нам понадобится рамочка. Я заранее подготовила мебельным степлером прикрепить ткань, фон, который вам понравится по цвету. У меня здесь небольшая такая коллекция сухоцветов, гелихризиум и декоративные листочки. Каждый собирает букетик, как ему нравится, какие цветы он хотел бы видеть, какой цвет, чтобы преобладал. И вот мы с вами начнем фантазировать. Я думаю, начнем мы с солнышка. Возьмем солнышко, и с помощью клеевого пистолета мы его прикрепим на наше полотно. Так, теперь, я думаю, можно добавить розового цвета. Я думаю, у каждого есть свой любимый цвет, и каждый хочет видеть. Свои идеи, я бы так сказала. Так. Солнышко еще возьму. Уже, я думаю, краски радуют глаз. Так, сюда прикрепим цветочек. А у нас еще есть вот такой вот багряный. Мы его тоже прикрепим. Так. Вот такая конструкция. Так. Хочется побольше желтого цвета, как лучик солнца. Я думаю, когда оно будет выходить за рамки, это будет что-то наподобие 3D конструкции. Вот так. Есть у нас еще такие темненькие цветочки. Угу. Так. Зафиксировали.
добавим немножко голубого цвета, фиолетового, вернее. Так. Еще мы возьмем вот такой маленький, но пушистенький. Можно просто, где какая пустота, заполнить миленькими цветочками. Глаза разбегаются, не знаешь, что бы нам использовать. Так. Сделаем так, чтобы он у нас не рассыпался. Угу. Маленькие бордовые цветочки. Не хватает у нас здесь. Так. И последний берем цветочек. Закрываем здесь у нас пустоту. Так. И несколько листочков, думаю, парами будут не лишние. Так, посмотрим, что у нас получилось. Вот такая прелесть у нас получилась. Солнышко, цветочки будут с нами до весны.